Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков, и сегодня я, как и обещал, поговорю не о путешествиях, гастролях, о закулисной жизни, а о своих достижениях работы на Рутюб. Третью неделю я здесь, ну еще чуть-чуть чувствую, стану уже зарабатывать миллионы. Смех смехом, да, ну можно, конечно, так посмеяться, но, знаете, лучше пособие для начинающих это взять и начать, то есть начните. И среди вас действительно, может быть, кто-нибудь достигнет больших вершин, и почему бы это буду не я, например, потому что начал чуть раньше, кто-то начнет позже, и он уже не успеет, не подхватит ту волну на начальном этапе, когда монетизация была более простой, она была всего-навсего, ну и сейчас есть 5000 показов. С показами у меня не так уж и много, я статистику, думаю, сейчас покажу на видео и проговорю ее все. Загрузил я более 120 видео, ну, на статистике подглядим вместе с вами. Всего-навсего 600, с небольшим 620 чем-то показов. Они, ну, все время меняются, увеличиваются. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки ползу медленными шажочками к заветной монете, и рано или поздно она случится. Как ни странно, пришли подписчики, 60 подписчиков у меня откуда-то взялись. Ну, спасибо вам большое, что смотрите меня. Видимо, не просто так выкладываю видео. Видимо, они кого-то заинтересовали, кто-то решил закладочку отложить и подглядеть, что же он там будет творить. Ну, а так все по-прежнему. Видео проходит уже гораздо быстрее модерацию. Службу, чуть не сказал, быстрого реагирования, службу техподдержки не так часто я беспокою. Видео я дублирую. Очень много контента беру из своего Дзена, с Ютуба выкладываю. Не, ну и специально для Рутюба тоже снимал кое-какие видео. В общем, двигаюсь. Движение есть. Изменения не слишком большие. Как вы заметите, большая часть показов случается в те самые дни, когда я выкладываю новые видео. Вот сейчас после собираюсь взять и как выложить много-много видео, и снова будет прилив зрителей. Я, ну, по крайней мере, искренне в это верю. Вот моя статистика. Посмотрите ее. Заходя в Рутюб редактор, надо сказать, что я 122 видео залил, что, ну, 600 с небольшим, сейчас посмотрим, 622 просмотра, 60 подписчиков, и каждый день не такие уж большие просмотры, как вы видите, там 54, по-моему, самое большое в день, но это всего-навсего третья неделя. Для третьей недели я считаю, что это не так уж и плохо. Когда начинаешь канал на YouTube, понимаешь, что гораздо хуже все может быть. В общем, будем продолжать, поделимся в следующем видео новым.